Боже, как я устал от этой работы. Алло, доставка еды. Украинский борщ? А что ты тогда на русском разговариваешь? До свидания. Доставка, я слушаю. 10 пицц, 18 блинчиков с красной икрой. Слышишь? А ты что, мажор? Потому что я не люблю мажоров. До свидания. Доставка еды. Есть ли бесплатная доставка в Октябрьское? Ну, не бесплатная, 4 гривны. Да, но надо подождать, пока у меня смена закончится, я домой буду ехать. Подходит? Ну тогда всем встретимся на остановке Артема.